приветствую вас, мои дорогие подписчики и те, кто случайно нашел мое видео в YouTube. На моей гитаре стоят немецкие струны Джон Хоуп. Это концертные струны высокого качества, предназначенные для профессиональных музыкантов. В этом видео хотелось бы продолжить разбор моей аранжировочки замечательной песни Виктора Цоя «Группа крови». Вот. Я уже снял, по-моему, 4 видео, вот. Может быть 5, вот. Сейчас я не помню, ну неважно. Я сейчас сыграю вам тот момент, на котором мы остановились, все сыграю до него, и мы пойдем дальше. Мы уже начали разбирать припев, по-моему, разобрали половину припева. Итак, я играю до того места, до которого я уже разобрал в предыдущих видео. Вступление. До этого места, то есть до аккорда ре мажор. Вот, по-моему, мы играли его как, здесь получается третья первая на втором и вторая на третьем. Мы сыграли здесь четвертую, третью, вторую, первую одновременно, потом третья и щелчок, потом четвертая, потом вторая, третья. Щелчок, третья и четвертая. И щелчок. И продолжаем. Оставляем аккорд ре мажор, ставим мизинец на первую струну на третий лад и играем четвертая, третья, вторая, первая, третья. Убираем мизинец, играем третья, вторая, первая. И потом опять третья. Еще повторю. И аккорд ЕМ с мизинцем на первой струне на третьем ладу. Здесь шестая, третья, вторая, первая, третья, вторая, первая, щелчок, третья, опять щипок, щипок, третья, может что? Щипок, щипок, щелчок, третья, щипок, щипок, щелчок, третья. Убираем мизинец, первая открытая, щипок, шестая, третья, вторая, первая. Еще повторим. Щелчок. Потом третья, вторая, первая открытая. Потом шестая, третья, вторая, первая. Потом шестая, третья, вторая, первая, но первая на втором. Щипок и уже первая на третьем. Шестая, третья, вторая, первая открытая, шестая, потом третья, вторая, первая на втором и третья, вторая, первая на третьем. Вот оно это место. И опять на седьмой лад барре
зажимаем все струны, играем. И здесь шестая, третья, вторая. Третья, вторая, щелчок. Третья. Шестая, третья, вторая, первая. Третья, вторая, первая, щелчок. Третья, вторая, первая. И шестая, третья, вторая. Шестая. И два раза третья, вторая. И баре на пятом. И сразу мизинцем нажимаем вторую на восьмом. Здесь шестая, третья, вторая. Шестая, третья, вторая. Третья, вторая. Щелчок. Убираем мизинец. Третья, вторая. Опять мизинец на вторую, на восьмой. И шестая, третья, вторая. Третья, вторая. Щелчок. Третья, вторая. Убираем мизинец. Шестая, третья, вторая. Еще третья, вторая. Щелчок. Третья, вторая. Шестая, третья, вторая. Третья, вторая. Щелчок. Повторим это место. И третья, вторая, мизинец на второй струне на восьмом ладу. Получается. Можно шестая, третья, вторая сыграть. И третья, вторая с мизинцем на второй струне на восьмом ладу. Получается потом аккорд ре мажор. Здесь играем четвертая, третья, вторая, первая. Третья, вторая, первая. Щелчок и щипок. Третья, вторая, первая. И дальше у нас идет вот такой переходик. Вот мы сыграли аккорд ре мажор. Зажимаем три струны, третья, вторая, первая на седьмом, и играем с четвертой открытой. Еще разок. Еще. Можно просто сыграть одним щипком, четвертая, третья, вторая. Потом оставляем третью, вторую на седьмом и указательным зажимаем первую на пятом. Опять четвертая, третья, вторая, первая. Вот что получается. Здесь четвертую можно не играть, просто третья, вторая, первая. Четвертая, третья, вторая, первая. Дальше первая на пятом, третья, вторая на седьмом. Да, вот так даже будет удобнее. Так, четвертая, третья, вторая, первая, третья, щелчок и третья. Идем дальше. Аккорд ре мажор и к нему мизинцем первый на третьем. Щипок, четвертая, третья, вторая, первая. Убираем мизинец.
еще покажу эти аккорды. Четвертая, третья, вторая, первая, третья, щелчок, третья. И дальше аккорд ЕМ и первый на третьем мизинце. Шестая, третья, вторая, первая в правой руке. Потом третья. Третья, вторая, первая. И третья. Шестая, щипок, щелчок, щипок. И еще то же самое. Шестая, щипок, щелчок, щипок. Потом у нас идет соло. Вот, грубо говоря, у нас идет такая сольная партия гитары. Играет Каспарян. Вот, тоже в аранжировочке. Я вам покажу в следующем видео. Пока нам нужно все вот это выучить. Вот, еще разок сыграю все это медленно. Сам припев. Припевом все. Соло покажу в следующем видео. Большое спасибо за просмотр. Тренируйтесь, и у вас обязательно все получится.